У нас такая жара на улице, что мой компьютер перегревается и не монтирует видео. У нас в помещении, наверное, не знаю сколько. Вот на улице сейчас у нас 29, время 10 утра. Сейчас посмотрим, сколько в помещении. Пришлось компьютер в холодильник засовывать на некоторое время, чтобы он отошел. Так, у нас получается вот это, наверное, в помещении 27, вот это вот на улице. Электронные датчики. Вот такая температура. Сейчас пойдем на Волгу, возьмем Лёхе с собой водичку обливать его, потому что очень жарко. Вот что, сходил, купил в Дикси. Вафли по акции по 59. 4 упаковки взял. Шоколадки были по акции хорошие. Эти 59, это 70. Так, это Лёхе взяли виноград по 139 поесть. По 129 персики. Яйца по 80, такие большие. Огромные. Так, яблоки дорогие, по 100 рублей. Хотя я сейчас уже на лавом везде. И бананы тоже 100 рублей. Так, у нас тут охлаждается наш ноутбук. Совсем горячий был. Не дотронуться. Сейчас более-менее остыл. Хотя бы побыстрее монтировать стал видео. Это ку. Ага. Иди, иди. Папа, ой. Чё? Муха. Он про круг. Так, взяли с собой Лёхе бутылочку обливать его, полотенце. Если будет купаться. Папа, я за муху. Да, молодец. Папа, я за муху. Ещё купим что-нибудь. Угу. Так, прибавилось там интересно. Папа, какой красивый цветочек. Да. По температуре что у нас тут? Красивый. Красивый цветочек. Красивый, красивый. Ну, почти 30 уже. Это в тени. 30 градусов. На солнце-то вообще, наверное, ужасно. Так, ноутбук оставляю так, чтобы коты на него не залезли, я его уже поставил. Значит, там будет нажимать. Это пахнет. Да? За ночь смонтировалось только 30%, а вот сейчас за час уже 56%. Так я его охладил. Ну, курит. Угу. Так, пойдем в магазин-то пить брать. Надо. Пойдем. Так, иди, Лех, сейчас обольемся с тобой чуть-чуть. Перец. Че, перец, да. Так. Чтобы попрохладнее было. А то жарко, Лёха. Видишь, как? Жарко. Нет, это на молоко. Нормально, Лёха, нормально. Жарко, а то, Лёха. Очень жарко. Мама купит нам попить, пойдем дальше. Лучше стало, Лех? Да. Ну вот, видишь, как хорошо. А мне тебя надел. Ничего страшного. Папа надел и забурил. Угу. Сколько же на солнце, интересно, Лёх, градусов-то? Наверное, к 40. Сейчас посмотрим, сколько телефон показывает. Тут у нас в телефоне 31 максимальная, да? Да. Не жарко тебе? Или жарко? Смотри, давай еще помочимся побольше. Нет. Не хочешь побольше? Что там купила? Погрызть. А-а-а. Вот если будет ныть, ему рот заткнуть. А-а-а.
Хочешь? Не буду. Пришли мы на Волгу, вон там тоже народ идет. Прям очередь. Что там будет дальше? Пойдем, пойдем. Неизвестно. Да. Ну какой цвет? Зеленый. Зеленый. Ну, зеленый, это лава зеленый. Да. Вот тут большой. Угу. Это большие. Это лопух. Это... Лопух. Пойдем, пойдем. Поехали. На полу водичка. Чё тебе? Вот я нашел водичку. Да, сейчас будешь купаться. Наверное. На велосипеде. Я бы тоже бы с радостью искупалась. У меня купальника нет. Я не люблю теперь купаться. Такую погоду только в воде сидеть. Безвылазно. Но народу немного здесь, в принципе. Я думал, будет больше. Поехали, Лех, водичку. А пойдем зайдем в водичку. Вместе. Да я с тобой зайду, вместе зайдем. Ну, сейчас пойду на велосипеде кататься в водичке. Давай носки снимем, пойдем в водичку. На, положи пока. Кататься будешь, Лех, по водичке. Смотри, я сейчас пойду. Пойдем вместе. Носки. Подожди, носки надо снять, Леш. А то намочишь. Надо без носков. А? Подожди, стой. Сейчас оденем тапок. Поехали, Лех. О, как классно. Прохладная такая. Ну-ка попробуй, Леш. Да? Ну, когда зайдешь, будет нормально. На кого это? Ну, а что ты думал? Вон рыбки, смотри, плавают. Вон под водой, видишь, поплыли маленькие. Видишь? Плавают. Они плавают. Маки не плавают. Да? А в резина здесь. Без резиновых? Да. А тут их намочишь еще. Внутри. Хочешь слезать? Слезай. Вон рыбка плавает. Вон мальчик купается в воде. Ага. Я тоже хочу водить, не буду купаться, плавать. Да. Давай, слезай. Надо с велосипеда слезть. Давай поставим велосипед сюда. Пойдем за ручку, пройдемся. Давай. Я хочу тоже плавать. Тоже плавать хочешь? Да. Ну ты ж пока еще не умеешь. Надо учиться, чтобы так плавать. Что, на шортах поет? Что, снять его? Не знаю, надо бы, конечно. Давай шорты снимем, чтобы не намочить. Папа, нужно шорты снимать такой. Да, надо. Так, посади его все на коленку, что ли? Или как? Кепку жарко. Не, кепку не надо снимать. Кепку пускай. Не надо, пускай будет. Она у тебя мокрая. Все, я пока снимаю. Получится как колонин, наверное. Ой. Получится как колонин. Ага. Так, иди, так, как иди. Вот, на боку же. Ой. Ой, камни острые. Что там такое? Где? Камень, что ли? Камень. Можешь окунаться? Вот мне не зайти дальше. Намочи, что ты? Высохнут они у тебя.
Я спокойно, что ну ладно. Ой, блин, как больно. Какие мозги у меня? Ага. Солнце пропало. Ребята, так, намочил трусики, да? Ой. Ничего страшного, Лёх. Мы тоже в одежде, видишь? У всех мокрые трусики, видишь? Классно? Оп. Понравилось, Лёш? Да. Видишь, как много водички есть? Не-не, так не надо. Тебе еще рано. Ну, приседать. Ну, приседай. Ты что, у него футболка есть запасная? Видишь, эту зиму? Да. Ну, здесь домой и клинуть поменять. Не, потом у нас с собой есть, потом поменяем. Папа, сейчас ты приседай. Угу. Я, ты, мам, приседай. Приседает Леша, да. Молодец. Да много. Давай еще зайдем. Пойдешь? Да. Еще. А где это? Какие-то воды и камни. Да, есть такое. Можно всю речку пройти. Вон там далеко. Да, она такая мелкая. О, нет. Мы там где-то плавает. Это тетя. Тетя плавает в воде. Далеко, видишь как? Ой. Мелко, Леш. Вон, можно всю речку с тобой пройти. Тихо, тихо. Много-то не нужно ему тут стоять, а то замерзнет. Ну, руками тепло. Можно уже выходить. Ну, пойдем обратно. Переохладиться. На солнышко. Пойдем, Лех, погреемся. А потом чуть. Еще зайдем. Ой. Это баси. Это басикан. Да. Папа, ничего не страшно. Папа, дай нам найти упа. Не страшно. Угу. Я вон один. Могу я еще. Ну, нет, это солнышко. Солнышко, да. Вон за облачком оно там пряталось. О, папа, он солнышко выиграл. Оно сейчас вон тучку, ой, эту, пройдет облако и выглянет. Это облако выглянет белое. Это синее облако. Это белое облако. Синее это. Это белое. Да? Угу. Это синее. Мама, я на луч пошла. Я хочу купаться. Да? Сейчас немножко согреемся и будем купаться. Надо мы достать эту. Он, наверное, первый раз в жизни, да? Достать ему так эту. Так глубоко зашел. Полотенце. Сейчас тебе полотенечко, Леш, принесу. Вот так я здесь. Пойдем ко мне ходить. Может, мне сандали надеть? Угу. Или они расклеятся? Не знаю. Какая большая вода. Угу. Люди на них купаются. Обняты, все обойдут. Давай. Я не хочу обойдут. Угу. Купать, мам. Словишь? Ракушка. Ракушка. Да что вытирать-то? Сейчас высохнет. Мама. А? А, обратно. Мама. Не вытирать, а прикрыть, ракушка. Я думала. Или не надо? Да не надо. Ракушка. Ракушка. Пускай так. Ну, сейчас солнышко вышло. Вот и видит еще сюда. Леш, подожди, один не ходи. Сейчас вместе пойдем. Маша, полезет. Не, погоди. Это ага. Квадроцикл, Лёх. Папа, пойдем купать. Одену.
Сейчас, иди пока вот тут походи, вон, видишь, где рыбки плавают. 300 рублей, не жалко. О, мама, я нашел его. Он вообще-то это. Ага. Поэтому мы зашли поближе. Поближе даже можно его. Слышишь? Да. Он потеплее будет. Все, подписан. Ну, пойдем пробовать. Вон туда. Вот тут потеплее будет, и тут будешь пробовать. Вот так сделать. Какой мальчик, он дышит на воде. Ага. Я тут дышу на воде. Давай, он где-нибудь вот здесь почище. Давай, я буду пробовать. Вот так вот. О, и руками греби. Так. Ой. Леша плывет. Камень я найду. Буками. Угу. Пойдем теперь погреемся. Пойдем погреемся, Лех. А потом еще, видишь, все выходит тоже греться. А потом зайдем еще. Да, давай погреемся, потом еще пойдем. Вот. Так, народу стало еще больше, я сейчас пойду за машиной, чтобы Леха как-то отсюда забрать. А то он не хочет идти. Еще надо как-то уже собираться. Не надо забивать, говорю. Леха, уже пора домой идти. Нет. Поехали на велосипеде на мокром домой. Поехали. Нет, домой не надо ехать. Поехали вон туда. Нет, да я вам. Не забыл показать. Не забыл. Поехали, Лёх. Потом еще придем. Попозже. На последний раз заезжай и пойдем. Все, пошли. Нет, домой не надо, нет, домой. Поехали, там машинка наша стоит, приехала. Так, приехал я. Леху еле забрали. Да, сейчас попозже приедем. А? Ну давай посадим сначала. Я схожу помою. Приехали. Домой. Поблизь облизывай. Что? Пошел поблизь. Поблизывай дальше, пощупся. Давай я понесу их в пакет. Лёха у нас полоснулся немножко. Чистый. Я тебе буду папу наливать. Сейчас. Опа. На улице плюс 40 на солнце. Показывает. Папа, пойдем. Да, сейчас пойдем. Подожди, машина, я положу, наверное, потом тебя посажу. Жара. Сейчас посмотрим, сколько на колесах показывает. Хотя тут тенек. Давай. Я тут хочу на боятах. Сейчас пойдем. Не, не пойдем. Поедем. Поедем на боятах. Папа, комарик. Да какой комарик там, ага. Папа, комарик. Выкинуть отсюда. Кого? Не знаю, кто это, оса, пчела. Uh-huh. Или кто-то прикидывается ими. Мимо. Коукинг, ты боишься? Так, 32 в тени, 34 даже на одном колесе. Вылетай отсюда. Вот на заднем 39, так, наверное, солнце светит. Папа, я тебе еще
сегодня мазя обойти. Угу. Она головой мазя обойти. Угу. Где такой? Ты сумочку тоже будешь брать? А что? А что там у тебя? Телефон. Какой идет. Давай что-нибудь. Скажи, ты тут запуталась. Я тут для тебя с этим справляюсь. Народу здесь, конечно, больше стало, мне кажется. Ты еще там не видишь, как ты можешь утверждать. Посмотрим, что там будет. Все красные. Угу. А я белая. Я уже красная тоже вообще-то. Тут только. А тут вон белая. Вот вообще все белое. Ну, у тебя есть 2 часа, чтобы поглядеть. Ага. Так солнца такого уже нет. Тут целая очередь к подходу. Что ж там будет интересно. А что возле моста интересно, там же лучше. Надо проехать посмотреть. Там, наверное, все кишит. Там, наверное, все кишит. Там, наверное, да. Пойдем, пойдем. Лево пробаться не идет сюда. Угу. Но я хочу добрать. Идем, идем. Мам, я хочу плавать в воде. Ага. Так, ну что тут у нас есть? Я хочу плять. Мам, я хочу плять. Мам, я хочу плять. Ну, в принципе, столько, сколько и было, мам, вроде как. Я носить. Да? Мама, видишь, там бляна хотела съесть. Мама, идем, идем, мама. Идем, мама. На пляж идем, далее. Саня, не ходи ты туда, далеко. Иди, это речка, Леха, не ужин. Угу, камень. Кидай в речку. Плавать хочет. Целый час на велосипеде Лёха катался. Таня, поешь как-нибудь. Пойдем, погреемся хотя бы.
Пошел я ем, да? Походи, зайдем, подвинемся, зайдем. Так, едем домой. Завтра на работу, отпуск закончен. Убейте. А что есть? Маленькая бабка. Черная ягода какая. А? Пойдем на кровать кушать. Давай. Черная, да, это у нас ежевика. Поспела. И немножко малины. Вот домой принеси. Домой? Да. Ты сейчас здесь все съешь. Я тебе помогу. Если не справишься. На улице у нас опять жара. Зеленая. Жарко на улице? Так, сейчас мы пойдем с Лехой гулять. Вот скосили траву в огороде. Стало покрасивее. Так, ну что, мы пойдем? Папа, можно? Ага, что-то дует, да, ветер как-то? Не продует его? А? Не продует его? Ба, это мышага, баба. Ага. Маленький. Маленько. Пойдем на прогулку. Ну как мне это спустилось, видел? Кто? Какие прочие. А, этот? Баба сидит, да на баба сидит. Угу. А где его на бутылку Фукси, я брал? Фукси. Бутылку ты сама. А еще 0,5 который. И не нашел что-то. Вот эти яблоки чуть-чуть надо добавить. Ну, они потом цвет. Упадут, добавим. Нам надо еще тех собрать, мы уже все засушили. Ой, берите, там уже валяется, сам выпишите. Ну это не знаю. Сейчас же я пойду с Лехой гулять. Вам надо каждый день. Надо. Набрать, если... Надо набрать будет, да. Там целый путь. Только у меня сейчас никак. Приди, посмотрю. Вон они. Смотри. Ага. Так, у нас с Лехой перекур маленький. За 44 рубля. Австрийский энергетик из Австрии с клюквой. Папа, на югу белка будет. Чё? Папа, будет белка? Белка? У нас не бывает в городе белок, Лёх. Нету, они только в Твери. В Твери только. В Твери поедем в пятницу с тобой. Там в пятницу дверь. Поедем в Тверь. А насчет белок я не обещаю, Леха. Не, баба, белка посюда. Гуляем с Лехой в тени по всяким закоулкам. Так, пойдем-ка мы с тобой, знаешь, куда? Или мы уже прошли это место? Не, на площадку ходи. А где ты площадку, если видишь? Вот это, вот здесь. Вон другой. Тут нет площадки. Бегай, папа, бегай. Не, папа, дай не поедем. Куда пойдем? Не поедем туда? Не знаю, что там, правда.
куда мы с тобой пришли. Чё? Куда пойдем на бок? Пойдем, тут должен быть где-то проход. Наверное. Где раньше был. Не мог, зачем я выпал? Ну я вот там попал. Поем вон тут, сейчас в парк пойдем. Вон там мост лег будет. Устал? Первая. Не едь первый. Какая мост? Какой? Какая наема. Угу. Там лег опасно заезжать. Высоко не заходи. Будешь сидеть? Да. Дай сейчас сфотографируй, подожди. Мне кажется, этого моста скоро уже не будет. Я сейчас сфоткаю, сейчас, пока он есть. Стой. Смотри сюда. Так. Все. Аккуратно. Давай руку. Поможете? Давай. Выше пойдешь? Упасть можно. Он уже гнилой. Пойдем, мы туда дойдем. Опасно, да. Пойдем спускаться. Давай. Да. Да, разваливается. Вот там машины давали. Ага. Машины давали. Угу. Мама, что они там в дом упали? Мама, что в дом упали? Пойдем к площадке, к поликлинике. Нет. Вот там, где площадка, где другой нет. Ага, пойдем. Я хочу на гостей, которые снимают. Ну, пойдем. Покатимся, держите, Лёх. Сейчас еще прокатимся. Держись, держись. Обратно прокатимся. Ой, вот прокатимся. Катимся вон. Папа, слезай, баба, катай. Будешь слезать? Папа, слезай, баба. Мне слезать? Да. Ты будешь здесь? Баба, катай, папа. Папа, слезай, баба. Качаемся же вдвоем. Слезай. Слезай, баба. Сейчас я к маме позвоню, подожди. Хорошо, где она? Ой, папа, стой, держись. Алло. Алло. Ну что, ты где? Хорошо. А, мы гуляем. Где? Возле поликлиники. Детский. Какой же еще? Лепите. Потом к тебе подожди, Лех. На автобус подойдем. На остановку, да. На остановку. Я пойду дальше надо. Давай. Подожди, Лех. На остановку хочешь? Да. Подожди, возьмем пакет и пойдем. Иди сюда. Иди, попей пока. Давай, попей пока. Мы поедем на автобус.
Ну да, сейчас будем маму встречать. На, попей. Не-не-не, зато мы едем в лаю. Не, мы не будем встречать. Нет. Ну ладно. Будем дальше. Так, подожди, Леха. Вон какие яблочки висят, кислые, наверное. Да? Баба, не кислые. Кислые. Мы будем на остановке, где цветочный, возле этого. Пятерочки магнита. Это где? Ну тут у нас рядом, где пятерочка, магнит, цветочный, господи. Ну это с магазином, где угодно вообще. Скоро ты? Видишь уже? Я только выхожу еще. Да не, ну позвонишь, в общем, если нас там не будет. Ага. В том районе будем. Ладно. Давай. Ага. Ага, Лёх. Папа шатается. Шатается, да. Папа, я покушать. А не кислые, Лёх. Не, не могу. Не кислые. Кислые. Папа, я беру, не шатайся, нет. Ага. Буля! Куда у меня-то Лёх кидаешь? Папа, на Дэсе прилетел. Лёх, хватит меня кидать. Забил ёлка. Угу. Стой, куда поехал? Сейчас мама вылезет. Наверное. Нету там мамы? Отойди, отойди, Лёх, мешаешься. Вон мама стоит, пойдем. Вылезает, смотри. Вот она, Лёх. Ну чё? Как отработало? Нормально? Жарко у вас там? Душновато. Сквозняки вообще. Пойдем, Лёх. Ты не видел никогда. Смотри, Лёх, что я купил-то? Нет, я не купил, пап. Смотри, Лёх, что тут есть. Я думаю, что у меня здесь такое? Что там круглое такое? Папа, какой это? Что это? Угадывай. Ну-ка. Что там? Ну-ка, давай посмотрим. Это арбуз. Арбуз. Ну какой? Тяжелый, Лёх. Ну эти пинать не дам. Пинать? Не, нельзя пинать. Что, порежешь? Я пока пойду за яблоками, Настя. Бегаю, как сумасшедший. Ты порезать отказываешься. Вот несу. Папа, опусть. Опусть, мам. Я хочу Катя. Тебе не поднять, не поднимай. Тяжелый, Лёх. Кати к маме. Мама сейчас тебя отрежет. Так, вот у нас здесь помидоры с огорода. Огурцы. Папа, маленькие помидоры. Сейчас пойду за яблоками. Так, сходил в дом, набрал там яблок. Заодно взял промокод. На 1000 еще пришел бабе. От 1050. Надо что-то заказать. Не знаю, что-нибудь. Лимонаду, что ли? А. Сказал, можешь сами заказывать. Так что подумай, что заказать.
Ешь свой харбуз? Угу. Ешь харбуз, Толюх? Вкусный харбуз? Наелся? Давай тогда почистим зубы и спать будем. Пойдем, Лёх, зубы чистить. Вот такой арбуз. Розовый, говорят, сладкий. Уже пробовали. Ну, видно, что сахарный какой-то. И костей вроде как мало. Тоже с Дикси. Вот столько получилось яблок. Мы с каждым разом нагружаем сушилку все больше и больше. Испытываем ее на прочность. Так, наверное, часа 24 поставлю. Вот так все тут битком забито. Сверху еще мало, а вот там вообще целиком все забито. Она даже не продувается. Вот столько огрызков. Вот столько осталось с пакета яблок. Леха у нас идет домой из садика. У нас там в подъезде какая-то женщина валяется. Пахнет от нее, конечно, чем-то нехорошим. Мы предложили ей помощь, а она отказалась. Сказала, что у нее проблемы с сердцем, ей нужно полежать. Предложили вызвать скорую, она отказалась. Сказала, что живет здесь, но здесь я таких не видел у нас в подъезде. Даже назвала номер квартиры. Сейчас вот мы ее посмотрим вместе с Лехой. Что, ушла уже? Папа, за лапу! Да? Мама, за лапу! Что, Лёха, поцарапал? Кто поцарапал? Тимоша. Тимоша? Да. Не, она сейчас воняет какой-то. Не будет ночью поем видать, мама. Ты в первый раз ничего? Поем видать, Тимоша, да. И тут поем. И тут тоже, да, Тимоша, тебя поцарапал? Тут не похоже, а там, не знаю. Угу. Папа, дай поем за Тимоша, дай. Дай поем, да, мам. Надо было Лёх задачи дать ему. Папа, иди за твою, не пап. Мы боем питать Тимоша. Сдачи папа, надо. Ну и Тимоша дать боем. Я не слышу ничего. Папа, ну и боем питать Тимоша. По жопе, да, надо было задачи дать ему. Мама, юг, папа, дай юг. От них, наверное, пропали тараканы. Мама, она сказала, они недавно приехали, 44-й. Я тут таких не видел. Она сказала, они недавно приехали. Ну, как на самом деле, не знаю. Так вот, наши яблоки вчерашние. Уже поменьше их тут что-то стало. Ужались немножко. Ты меня вода их местами? Нет? Так, на сегодня у нас курица, рис и салат. Пойдем. Не вот Дима упала. Не вот Дима упала. Конфетку. Возьмем с тобой? Так, ушла тетя, да? Тетя ушла. Сначала вот тут валялась, потом тут сидела. Так, давай, Лёха, одевать кепку. Сейчас. Все, пойдем гулять. Мама на работу. Налево, Лёха. Ну что вот тут, не едет он? Ты не опоздаешь на автобус? А где у тебя вода? Не, пап. Это семечки. Нет, у нас тут есть семечки, Лёх, кормить птичек. Это что, в пакете? Не, папа, попить. Ты не опоздаешь? Попить. Попить? Нет. Сейчас на остановку приедем, попьем, подожди. Нет.
Сейчас проедем, попьем. Так, на, попей. Бери. Я себе новый энергетик взял. На 44 рублей, слышишь? Знаешь, как я не могу? Кого? Местная достопримечательность. Где? Вон сидит на остановке. Вон на остановке. Ага, вижу. Это не волос, а бобриный хвост. Волосы что-то стоят. А? Волосы же такие стоят. Ну да. Все время деньги просят. А? Денег? А я тоже на Бестрево ее видел, кстати. И, по-моему, снимал ее тоже. Она попала в кадр у меня. Она пила. Пила. А? Пила, пила. Мы как-то проходили. Да. Вот я тогда ее снимал. Да. Там как-то где? В волосах? Да. Ну, может, она тут живет. Жалко, не видно на камеру. А? На камеру жалко, не видно. А может, и видно. Сейчас постоим, маму проводим и поедем. Не, маму и поводим. Я сейчас на автобусе поеду. Нет, водим. Не, мам, да не надо. Хватит. Мы идем, мам. Куда? Домой. Иди. Давай пойдем. Я только за. Иди, папа, пойдем. Где автобус твой? Должен быть 48 минут. Это что? А сейчас сколько? Нету. Я на нем обычно не езжу. Сейчас 38. Еще 10 минут? Да, но часто приезжает 44 минуты. Нет, стой я. Мать, Леша, это цикл. Да, стой, поеду. Сейчас пойдем. Пойдем, Леха. Так, дождались мы автобуса. Сколько? 49? 49. Так. Ой, мама туда зашла. Да, сейчас мама поедет, Леха. Нет, стой, я такую. Мама едет. Нет, стой, я на мою. А мы с тобой поедем, Леха, на качели. Сейчас маму проводим. Пойдем, Леха, пойдем. Мы не поедем. Пойдем на велосипеде нашем. Смотри, мама уходит уже, все. Велосипед. Нет, дай мы его пойдем. Че? Нет, дай мы найдем мою. Пойдем на качели. Не, не пойду на качели мою. Тогда я пошел один. Не, папа, его туда не надо. Я пошел, все. Нет, папа, не найди. Пойдем на качели. Нельзя ее на качели. Да, вон они, Лёх, вон там. Так, а я пока новый энергетик попробую.
кидай. Нет, вот это нельзя говорить. Говорю, нельзя говорить, говорю. Нельзя говорить, не надо его кормить. Ну как хочешь, Лёх, не корми. Не надо его, не, отнеси домой. Домой отнесешь? Не, пока его я здесь, пока его я здесь. Не надо его кидать, не нуя. Говорю, не нужно домой. Ну ладно. Не в духе сегодня, да, Лёх? Не, мама, не дам ему, не надо. Я писаю. Писать? Так, идем за бабой с Лёхой. Встречать с завода. Нам мы проводили, бабу встречаем. Лёха! Корова! Корова! Иди скорее, мой колёсик! Иди скорее, поцелую, 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 поцелую скорее мою маленькую! Привет, как дела? А? Ну, поехали! Есть чем покормить тебя? Ма, кормите тоже красиво! Варить надо картошку, сардельки есть. Алло, мы там тебе прислали 2 промокода на 1500. Посмотришь, рабочие, нерабочие. У нее целых 2 там было в Сбербанке, представляешь? На 1500. Давай тогда. Напишешь. А? Если рабочие. Надо как-то матрас будет заказать. И тебе нужен промокод-то? А? Тебе, если там промокоды нужны? В каком смысле? Ну, что не заказывать? Матрас надо заказать. Матрас, еще что? Где еще это? Это 4x4. Тент? Тент. Ну, сейчас, в общем. Ну, посмотри, Настя, рабочий, нерабочий. Надо будет матрас и тент заказать. Ну, надо матрас, это надо. 1.80 на 2 метра. Угу, давай. Давай. Это же они дорогие матрасы. Надо будет добавлять на матрас. А тент, я не знаю, есть на... Опять батька будет на землю спрашивать. Есть тенты на этом, на пермегамарке? Это рябина. Это рябина. Несъедобно, Лёх. Давай, пакет. Так, эти промокоды мы уже нашли, их, наверное, штук 6, наверное. Тысяч на 8, наверное, на 6 заказали примерно товаров. За бесплатно вышло все. Вот, Сбермегамаркет что-то... Странно себя ведет. Халява такая. Так, я сейчас буду яблоки набирать. Если, конечно, вода тут будет. Будем сушить на зиму. Так. Так. Лёх пока там поест что-нибудь. А мы пока новых яблок, которые упали, наберем. Завтра будет новая партия сушки яблок. Вот столько яблок я собрал. Вот у нас что-то вчерашние стоят, остатки яблок. И вот сушится. Надо, чтобы они сегодня еще ночь, наверное, стояли. Яблоки наши. Уже, в принципе, и готовы. Вот это нет еще. Сейчас они еще ночь постоят, а завтра будем новую партию ставить. Так, чтобы утром он выключился, надо, наверное, поставить часов 17. Вот так вот. Что ты хочешь? Щи хочу. Щи? Нет, вот это щи. Рис? Рис, да. Ну давай, сейчас будем кушать. Кушай. Так, у нас тут рис. А там у нас видео. На еще. Машинка застряла. Как же так? Что же делать?